Винир – это новая эмаль, которая при правильном подходе, при правильной обработке зуба, при правильной фиксации вам будет служить очень-очень долго. Я не могу сказать, сколько лет, может быть, и всю жизнь. Но это новая эмаль. Мы меняем вашу старую потемневшую эмаль на новую. Либо мы меняем старую пломбу, которую требуют замены, на керамику, которая не требует замены. Сам по себе винир – это хрупкая тоненькая пластинка, если его взять в руки. Но если его приклеить к эмали зуба, его больше никогда не снять. Его нельзя не отковырять, его нельзя не сбить. Его можно только сошлифовать, потому что он сливается с зубом. Ими можно откусывать. Естественно, не жесткие, не вилки, не ложки там, да. Грубо говоря, винир при фиксации на зуб приобретает свойства зуба, обычного зуба. И вы должны за ним также ухаживать, вы должны с ним также обращаться. Грубо говоря, если гипернагрузка будет на зуб, и он сломается, то при такой же гипернагрузке сломается и винир.